Всем привет! В прошлом видео про зажим для купюр я использовал вот такой шов, и поступили вопросы, как я это сделал. Сейчас я покажу. Я подготовил заготовку, чтобы показать, как исполняется этот шов. Сначала покажу за два прохода на этом участке, и потом за один на этом. Сейчас прошиваю классическим седельным швом одну строчку, а потом уже покажу, как собирать лесенку. Для наглядности я взял нить другого цвета. Значит, что мы делаем? Делаем первый стежок. Выводим заднюю нить вперед. И теперь задняя иголка, вот она у меня, чтобы вы видели. Та нить, которая спереди, пропускаем в это отверстие туда, а в это возвращаем назад. Делаем классический стежок. И снова передняя нить продеваем в это отверстие и возвращаем в нижнее. И повторяем. И так проходим весь шов. Потом делаем закрепку и подпаиваем нить. Так, этот способ я вам показал. Теперь второй за один проход. Сейчас я дойду до вот этого места и продолжу. Итак, вот задняя нить, иголка. Держу на виду. Нить, которая спереди, именно ей мы сейчас и будем шить вот эти три стежка. Сначала в одном направлении. И теперь в обратную сторону. Теперь первую нить, та, которая была сзади, пропускаем ее вперед и повторяем все то же самое.